Слушаем с вами Кама Виджай, удивительную жемчужину среди всех лил Шри Кришны, Раса Лилу. So we have heard how Sri Krishna played upon his flute and called Vraja Gopis. Мы слышали о том, как Кришна заиграл на флейте и призвал Враджа Гопи. And now we're beginning to hear about how the Gopis of Vrindavan, whatever they were doing, they just dropped that and immediately ran to Sri Krishna. Сейчас мы начали вчера слушать о том, как чем бы гопи ни занимались домашними делами, они бросили все дела и побежали в лес к Шри Кришне. Those who were stringing garlands, they just ran still with the needle and thread in their hand. Девушки, которые в этот момент нанизывали цветы на нить, делая гирлянды, прямо с иглой в руках, они стремглаво бросились в лес. They gave up serving their family members. Они забросили заботу о родственниках. And ran to Sri Krishna. И побежали к Шри Кришне. Some were decorating themselves. Некоторые в этот момент украшали себя. But in the eagerness to go to see Krishna, they put their necklace on their waist and their waist belts on their neck. Но торопясь успеть к Кришне, они одели ожерелье на талии, а на бедренные пояса они нацепили себе на шею. So all their astonishing activities are the anubhavas of their brain. Все их удивительные поступки являются анубавой, их премой, внешним проявлением их любви к Кришне. There are 20 bhava alankars. Which means ecstatic emotional ornaments. Существует 20 главных бхава аланкар, то есть эмоциональных украшений. Bhav, Hav, Hela, Shobha, Jipti, Kanti, Pragalvata, Madhurya, Avadarya, Dharya, Lalit, Vilas, Vichitti, Vibram, Vibhav, Kutamita, Matayita, Kila, Kinchit, Vikriti, Mukta, Chakita. These are all the bhava alankars. So among them, Vibhrama means becoming so confused that they place their ornaments in the wrong part of their body. Vibhrama, то есть помешательство такое, это одна из бхава аланкар, то что они не те украшения одели не на те части тела. And transgressing all dharma, ignoring the threats of their family members, they ran to meet with Sri Krishna. И вопреки запретам родственников, нарушая все каноны праведного поведения, они бросились в лес навстречу со Шри Кришной. So one may think the gopis have become so bold, so brave to transgress the dharma. Кто-то может подумать, что гопи стали такими бесстрашными, просто уже осмелели до того, чтобы нарушить законы дхармы. But Sri Krishna many years later described this lila to Uddhav. Но много лет позже Кришна сам объяснил эту лилу Удхаве. Таннавидам майам сангабаддха диасум атманам адастатидам ятасамадомум ямбитрайей
Nadhyapra Vishta Iva Nama Rupe. That the Braj Gopis, their chitta was so deeply absorbed and so bound, so attached to me. Кришна сказал Удаве, что читта в Раджа-гопи, их сердца и умы были настолько поглощены мной, они просто полностью забыли обо всем. Они позабыли о собственном счастье в этой жизни. Забыли о будущем счастье в последующих жизнях. They were just like rivers that flow into the ocean. Они были подобны рекам, которые текут к океану. When a river flows into the ocean, then it forgets its own name, now it's just called ocean, and forgets its own form. Когда река сливается, втекает в океан, она утрачивает свою индивидуальность, свое имя, название реки и также свою форму. Она становится частью океана уже. In the same way, the intensity of Prajagopi's praying obliterated their awareness of even their own name and their own body. Поток спонтанной любви в Раджа-гопи полностью затопил их личную индивидуальность. Они забыли свои имена и забыли о себе самих, о своих формах. Because hearing the sound of Sri Krishna's flute, it was a vibhav, the uddipana, which inflamed their anurag. То есть звук флейты Кришны это была уддипана, которая разожгла их анурагу. And their anurag came to the state of Mahabhava. Их анурага достигла уровня Махабхавы. So Rudra Mahabhava has a symptom. А у Рудха Махабхавы есть особенность. Nimeshasana sahatasana janita vidvilolanam kalposhana tvantinatvam tatsa tsokepyati shankaya mohadya bhavatmadi sarva vismaranam sada. Even though, if a person, you understand, if they faint, then they forget everything. Обычно, если человек падает в обморок, теряет сознание, то он утрачивает восприятие всего. But one of the symptoms of Rudra Bhava is the person does not faint; they're still conscious, but the intensity of their praying, sarva visparanam sada, makes them forget everything. Но вот эта функция Рудра Махабхавы создает такое подобное состояние в человеке, который при сознании, но все равно он обо всем забывает. Затмение сознания происходит. So Sri Krishna gave an example. He said, Yathasamado Muneogitaye Nadyapavista Ivanava Rupe. Braj Gopis were like Munis who go into the Nirvikalpa Samadhi. И Кришна, объясняя вот это состояние гопи, он сравнил их состояние с состояниями муни, мудрецами, которые погружаются в маха-самадхи, медитационный транс глубочайший. В нирвикалпа самадхи. That means only in terms of their forgetfulness. Только с ракурса их забывчивости, то есть затмение сознания происходит. Because when a rishi goes into the state of the asamprajñāta samadhi, nirvikalpa samadhi, then they cannot remember anything at all. Their own name and form. Когда риши входит в состояние асампраджата самадхи, нирвикалпа самадхи, он полностью забывает о себе как личности, о своей форме, о своей индивидуальности. So the similarity is only in terms of the level of gopis forgetfulness. Вот это сравнение. Of their dharma, of their karma, of their future, of their family, of everything. Это сравнение с муни, их нирвикалпа самадхи, применимо только исключительно к состоянию забывчивости гопи, о том, что они полностью, их сознание затмилось, они ничего не помнили о себе, о своей личной жизни, о своих родственниках, о своих заданиях, о своей дхарме. Это не относится к состоянию их осмысления и реализации. Their buddhi became a kamadhenu, a wish-fulfilling cow that's only existence is to fulfill all the wishes of Brajendananda and Shamsundara. То есть их будхи, их интеллект стал подобен камадену, корове, корова, единственная задача которой исполнять любые пожелания Шри Кришны.
And they experienced intense mamata from Krishna. Они испытывали непревзойденную мамату, чувство обладания по отношению к Шри Кришне. So the rishis, they have no mamata for Brahman. Потому что у мудрецов, у риши нет чувства мамата и чувства обладания по отношению к Браману. Brahman has no mamata for them. А у Брамана нет чувства мамата по отношению к Риши. So mamata is the foundation of Ananda joy. Мамата это основополагающее Ананды блаженства. If a woman remembers her husband or her son, even if the husband and the son have no good qualities, only because she thinks, oh, this is my husband, my son, she feels the peace. Когда женщина думает о муже или своем ребенке, даже если они недостойные личности, все равно она испытывает состояние радости Ананды, думает, это мой муж, мой сын. So what to speak of the happiness the gopis feel having mamata for Sri Krishna, who's the reservoir of all wonderful goods. И если такая мамата по отношению к смертному доставляет радость, то что уже говорить о мамате, которая направлена на трансцендентный объект, такой как Шри Кришна, который является обителью всей Ананды. The rishis, they remember Brahman, but Brahman is not attached to them, and Brahman is not under their control. Риши, они сфокусированы на Брамане, но Браман не испытывает никакой привязанности к ним и особо не думает о них и никогда не подчиняется их контролю. But Krishna is very attached to gopis and under the control of their love. Но Кришна очень привязан к гопи и находится под контролем их любви. So Srila Rupa Goswami, he said that the amount of ananda bliss that accumulates by meditating on Brahman for half a day of Lord Brahma, it cannot be equal to one atom of the bliss in the ocean of bhakti. И Рупа Госвами говорит, то количество радости Ананды, которое накапливается в течение в процессе медитации на Брахман в течение половины дня Господа Брахмы, не может сравниться с одной каплей Ананды, которую испытывает гопи, думая о Кришне. So what learned person is capable of describing the bliss the gopis felt when they ran to meet with Sri Krishna? What is it? The half a day Brahma cannot compare to one drop of Ananda in? In the ocean of the happiness of Bhakti. Да, то есть даже вот это все количество Ананды, которое накапливается в процессе медитации на Брахман за полдня Господа Брахма, не сравнится с одной каплей Ананды, которая доступна в сфере Бхакти. То что уже говорить о состоянии Ананды, которое испытали в Раджа-гопи, когда они прибежали на встречу со Шри Кришной. Арива. श्री राधा श्याम सुंदर देव ज्योति जय श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री नितार गौर हरि गोविंद जय जय Down the
हरिलाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलितम् वाग्ममृतम् जगत् पिबती विश्वसर्गसर्गाद् नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बरातुं कूपि तस्य हरेः पदकमलं वंदे श्रीचैतन्यदेवस्य वंदेहं श्रीगुरु श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सारभूतं परिजन सहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणलता श्रीविशाखान्वितांश्च आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपुष्पौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। उपेत्य पथसुन्दरी तथभिकीर्तिलाभ्यर्चितं स्मितांकुरकरं विदैर्नटदपाङ्गभुङ्गीष्यतै स्तनस्तवक्सञ्चरं नयनचञ्चरीकाञ्चलम् ब्रजे विजयिनं भजे विपिनदेशतत्केशवं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्रीसनातनप्रभो करुणाम्बुलाशे हे रूपदुर्गतजनैकदयावलोक हे भक्तियुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्रीजीव मे कुरुत मंद मते दया मुद्रा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्म बनामि च पुराण पठनम यत्र तत्र संगीतो वाजु बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री श्रीमद् भागवत महापुराण वेरी वेरी ऑस्पिशियस श्री श्रीमद्भागवत महापुराण पुराण राज पुराण चक्रवर्ती इन श्रीमद्भागवत श्री राष्ट्रपंचाध्यायी इज द पंच प्राण ऑफ श्री श्रीमद्भागवत। Вся слава Парам Мангал Шримад Бхагаватам Царю среди всех священных писаний, звуковой инкарнации Шри Кришны. Он Парам Мангал Парам Чакраварти. И Шримад Бхагаватам Раса Панчаджай, пять глав Шримад Бхагаватам, десятая песня, описывающая Раса Лилу, считается пятью пранами Шримад Бхагаватам. Шри Кришна has four extraordinary qualities, extraordinary sweetness. Кришна обладает четырьмя особенными сладостями. Четыре мадури у него есть. Четыре уникальных качества, присущие Кришне. Первое – это лила мадхури. The sweetness of his lila, сладость его лилы. Extraordinary. У него удивительные, уникальные лилы – лила мадхури. Where Shri Krishna is showing his whole opulences, whole power, whole aishwarya. Even then, his sweetness and his man-like lila. It's not disturbed. То есть, несмотря на то, что в этих в Раджа-лилах Кришна проявляет полную айшварию, полный предел айшварии, но при этом количество мадури такое, что оно затмевает любое проявление айшварии, что не воспринимается айшвария из-за огромного количества сладости. As in Damodar Lila, Shri Yashoda Maya is tiding Shri Krishna, but Shri Krishna is so great, limitless, that any rope cannot
Дамодар Лили, мама Ешода пытается обвязать Кришну веревкой, но он настолько безграничный, что никаких веревок не хватает, чтобы обхватить его. So in this way, Shri Krishna is showing his opulences. Even then, he is behaving like a little boy. Кришна являет свою айшварию, свою силу и вот эти все достояния, но все же его лилы остаются нарават. Он ведет себя как обычный малыш. Second extraordinary qualification of Shri Krishna is this, that Premna Priyadhikyam. Here, the antaras of Shri Krishna is so great and full of prem that cannot be found anywhere else. Према Мадури. Также у Кришны есть уникальное качество Према Мадури. Вот эта антараса, которую он являет тут, она непревзойденная. The third extraordinary qualification of Shri Krishna is this. Glory of Shri Krishna is this, that he has Bhava Madhuri, the sweetness of his flute. Третье уникальное качество, присущее исключительно Кришне, это Вену Мадури, сладость его флейты. So that is extraordinary. And the fourth extraordinary qualification, extraordinary glory of Shri Krishna is that he is the most beautiful person. И Рупа Мадури — это четвертое уникальное качество Шри Кришны, что нет никого прекраснее его. Он не превзойден в своей красоте. So in this way, Лила Мадури, Прем Мадури, Вену Мадури and Руп Мадури. These four sweetness are extraordinary. Четыре уникальных качества, присущие только Кришне. Это Лила Мадури, Према Мадури, Вену Мадури и Рупа Мадури. And here Shri Shukdev Goswami was previously describing the Bhava Madhuri of Shri Prithvi, Shri Shamsundari. Как раз мы слышали об описании Шукадева Госвами сладости флейты Шри Кришны, его Вену Мадхури. The Prem Madhuri of Shri Krishna and Gopis was just described, and the glorification of Shri Gopi Prem was just described. А Прямпраджана Прабху только что описывал вот это величие Према Мадури, силы любви в Раджа Гопи Кришне. Вайши Кришна Джагау Калам Бамдашам Манухарам Вишам Гитам Тарнанда Вардханам Вриясрия Кришна Вихита Манаса Аджабху Аннион Невлакшит Удьяма Сайтра Канту Чавну Кундала. Шри Бридж Гопикарна heard the sweetness of Шри and they rush to Shri Krishna. Когда в Раджа Гопи услышали сладкую мелодию флейты Кришны, они оставили все дела и бросились в лес к Кришне. Previously it was described that Shri Gopikanga left whole things, 10 type of works even. And they rushed to Shri Krishna. Мы слышали о том, как гопи забросили 10 видов работы, деятельности по хозяйству и побежали в лес. And in that context, this was described that gopis are of three types: Swarup Siddha, Sadhan Siddha, and Devi. И в контексте именно вот этой темы о том, какие виды деятельности забросили гопи, мы стали слушать обсуждение трех категорий гопи в этой лиле. Нитья Сидха, Садана Сидха и Богини. And all of them rushed to Shri Krishna while they listen the voice of a Bhava. И мы слышали о том, как все эти виды гопи, они бросили свои дела и побежали в лес к Кришне, услышав звук флейты. So I shall now proceed to that those verses. Dvaham teoviyam kashche dvaham mitva samutsuka payodhim shutta sanyavam anudvasya parayayu. Shri Samak Gopi was dvaham teha. They was milking the cows, but they left them. Некоторые гопи доили в этот момент коров, но они забросили дойку.
These gopis are Shruti Chari gopi. Это гопи были Shruti Chari. And they have left their all activities. Those are concerned to related to their caste. И они оставили деятельность, которая является предписанием их касты. So in this the gopi left their jati dharma, jati karma. То есть гопи оставили джати карму, то, что предписано их касте, их категории. Дохамитва, they also left the milk. And in this day, they are not caring of their wealth even. Другие... Milk is the wealth of gop jati. Другие гопи оставили молоко без присмотра, что значит, что они оставили свое состояние без присмотра, свое богатство, потому что молоко – это богатство касты пастухов. Payodhim shrutte sanyabam anubhasya parayayu. The other gopi, Rashnu Shri Krishna, though she was cooking, even then she was having his cook. Is grains on the stove, but she left it. Некоторые гопи в этот момент варили ужин, но они забросили всю вот эту пищу, которая стояла на плите, и убежали в лес. So normally they have left the lok karma even. That means the four normal duties of a lady. They also left it. То есть они оставили свои мирские обязанности, эти обязанности, которые женщина обязана исполнять каждый день, приготовление пищи для семьи, они забросили это. That is loka karma. Loka. Loka, normal loka. Loka просто обычные женские повседневные обязанности, такое как приготовление пищи для семьи. Because in whole nature. Normally, to increase the generation as well as to prepare and collect the food and protecting food, this is the natural attitude of a female caste. Естественный долг женщины – это кормить всех и рожать детей. Это их предписанные обязанности, то, что естественно им полагается делать как женщине. Even this attitude is found in the animals. Даже в животных это поведение наблюдается. В женских, в самках животных это то же самое, у них такие же предписанные обязанности. So protecting the and preparing the food and protecting the food, that is a natural attitude of mothers. То есть женщина должна рожать и кормить. But then left it. Но девушки гопи забросили всю эту деятельность. So payodhim shruti sanyabam on stove they left the sanya, the grains. They put it for cooking, but they left it. То есть гопи уже стали готовить какие-то зерна, злаковые, что-то они уже варят, это на плите, но они просто оставили эти кастрюли без присмотра и убежали. And anubhasya, without taking it out of stove, they went to Shri Krishna. Даже не достав из печи, ничего не сняв с плиты, никакие кастрюли, они просто убежали к Кришне. Some of gopi, Parameshantastha Dhetva, Payanta Shishunpaya, was offering food to other persons, but they left it. Некоторые из гопи в это время подавали ужин родственникам, они кормили кого-то, они тоже просто убежали. So it shows that they have left the bandhu prem, they have left the their love for their relatives. Это указывает на то, что они нарушили банду прему, любовь и заботу по отношению к друзьям и близким. Normally females became very much emotional. And they have love to their family, but they have left their natural attitude, natural prem for their family. По природе женщины эмоциональные и сентиментальные. Они выражают много заботы и ласки
по отношению к близким, к знакомым. Они заботливы и ласковы. Но тут гопи бросили всех друзей и родственников и убежали. Normally ladies feel very much happy in feeding to others. Обычно, естественным образом, женщина должна испытывать удовольствие и радость от того, что она заботится о других и кормит их. But even then, they left it. That means they have left the love for their relatives and their belongings. Но так как гопи бросили эту деятельность, это указывает на то, что они забыли о любви по отношению к друзьям и родственникам. So in this way, they have left this fourth work. Это четвертый вид. То есть в контексте вот этих десяти дел, которые они забросили, мы услышали, это четвертая деятельность. The fifth Панду Према. They left. That is Payanta Shushumpayaha. They was feeding the children, but they left it. Пятое дело, которое они оставили, это то, что кормление детей. Payanta Shushumpaya. Payanta Shushumpaya. They was feeding the milk to their two children, but they left it. То есть те, кто кормили грудью детей, в это время просто оставили детей и убежали. But here it should be understood that these children are not their own son. Только важно понимать, что эти дети не их собственные, которых они кормили. They are just feeding them the milk of cows with spoons. А то есть тут не грудью кормили они, а кормили коровьим молоком через ложечку или пипеточку. Они подкармливали детей, но это не их дети, а какие-то соседские дети. They was not doing the breast feeding. Тут не идет речь о кормлении грудным молоком. If they were their own children, their own son, then Shri Shukdev would have told that Payanta Sutam Stanam, but neither Shri Shukdev is using Sutam and neither Shri Shukdev is using Stanam. That means that is not the breastfeeding. То есть подчеркиваемся, что речь идет не о кормлении грудным молоком тут, потому что если Шукадева Госвами описывал, что гопи кормят грудью своих детей, он бы использовал совсем другие слова. Because these gopis are described apasmutika, they do not have any issue. Тут речь идет о гопи, у которых нет своих детей. So Shri Shukdevji is using very general word. Payanta shishun, shishu maybe any shishu. То есть поэтому тут речь в общих чертах о детях. Он говорит, просто кормили детей. Не говорится своих детей или молоком своим кормили детей. Просто в этот момент какие-то гопи кормили каких-то деток. It is not very much essential that they are their own son. Payanta Shishun. Shishun may be any child. And that means in family there are so many child. They may be son of their sas, nanad, jethani, daurani, other persons, any relative, and they have those shishua or children are of not their own son. They may be of any other person. То есть опять-таки подчеркивается, это речь не о их, у них нет этих копий своих детей. Это так как они живут большими семьями, это могут быть дети там разных других родственников или чей угодно ребенок, но не этой гопи. And the payah, payanta shishun payah, and that milk is not their own. That is of cows. И молоко не их грудное молоко, а коровье молоко. It is found in family that a little girl or a grown-up girl also feed to any children. И в семьях, в ведических семьях. His brother even. And two other persons, they also feed them. Подросткам поручают ухаживать за маленькими детьми, то есть на них тоже ответственность подкормить маленьких детей в семье и так далее, родственников. Because in Bhakta Samsindhu, it is described that Gopyaha Aprasutika, they have no issue. Потому что Бхакти Расамрита Синдху объясняет, что у гопи нет детей.
And nobody can touch gopis. И вообще никакой мужчина не может коснуться гопи. As then Shri Krishna. Кроме Шри Кришны. They are Krishna Bhadva. They are the wives of Krishna. They are the beloved of Shri Krishna. And nobody can dare to touch them. Они возлюбленные Шри Кришны исключительно, поэтому никакой представитель мужского пола не смеет касаться этих гопи. If a other person than Krishna will touch, either they will be vanished, or the person who is trying to touch them, he will be burnt. То есть тут два варианта. Если кто-то осмелится коснуться тела этих гопи, он или сгорит тут же, подорвется, или тут же исчезнет. Because it is found that while Ravan tried to kidnap Shri Janaki ji, at that time Janaki was Chhaya Janaki. Not the real Janaki. Потому что мы знаем, когда Равана попытался похитить Джанаки, то Джанаки, которую он получил, это Чая, тень Джанаки, а не настоящая. То есть иллюзорная Джанаки, а не истинная Джанаки Сита Деви. If Ravan would Чая, have, тень. If Ravan would have kidnapped the real Janaki, then by the power, by the heat, by the tej of all of Shri Janaki. Что? He would have burnt. То есть ту Джанаки, Ситу Деви, которую заполучил, украл Раван, это была Чая Джанаки, не настоящая Джанаки, потому что если бы он осмелился коснуться истинной Джанаки, он тут же бы был испепелен в прах. So only Chaya Janaki was there. So Ravan could touch them and could kidnap him. То сеть, которая вышла из Лакшман реки, то пересекла это была уже тень Ситы Деви. So in the same way, no other person can touch the Brijgopikaka, so they does not have any issue. Аналогичным образом Браджа-гопи, Кришна и Браджа-гопи неприкосновенны ни для кого, поэтому у них нет детей. So Parameshwar Tasma Dhritva Payanta Shishunpayaha, Shri Brijgopikakana, some of Gopi was serving food to other persons, but they left it. And in the same way, some of Gopis were feeding the milk to the children, but they left it. То есть мы слышали одно из дел, которые забросили Гопи. Банду према, что они кормили родственников или друзей, а некоторые гопи кормили деток, подкармливали, и они тоже бросили этих детей и убежали. In this day, they left their natural nature. Every normally the ladies are very much full of love toward the children, but they left it. They left this attitude even. И опять-таки это указывает на то, что гопи приступили свою истинную природу, потому что истинная женщина склонна проявлять тягу к детям, желание кормить их, подкармливать, там, играть с ними, заботиться, но все гопи оставили это ради того, чтобы побежать к Кришне. The sixth one they left, that is Shishu Shantya Patin Kashche. Some of them was serving their husbands. Шестой вид дел, которые оставили гопи, это уход за мужем. But they left it. Они оставили это. You should understand that this service is not directly. This was a general service, as the preparing of the water for their bath. И тут речь. Preparing the bed to sit, to sleep, preparing the food, preparing and having the clothes folded. In this way, a general service was being done by them. И вот тут под служением мужа не является прямой телесный контакт, какое-то физическое непосредственное служение, а общее ухаживание за мужем, там оставить чистую отглаженную одежду ему, застелить кровать, чтобы он мог лечь спать, приготовить воду для его душа, там что-то оставить ему покушать.
So normally, some of the bhakta are written with chandan and they are also doing it for the persons. As other persons, in the same way, they are doing it for their own husband even. То есть обычный уход за супругом, то, что женщина должна делать, чтобы ухаживать за мужем, обычные повседневные дела. Тут не о личном контакте идет речь, о каком-то физическом непосредственном служении телу мужу, а просто вот обычном уходе за ним. То есть обычные дела, домашние дела, женские. The actual husband of real husband of Shri Vrishabhakarna is Shri Krishna, and the other husband is called so-called husband Patin Manni. То есть так называемый husband, but they are not husbands. То есть тут речь о мужьях, номинальных мужьях, то есть так называемых мужьях, потому что для гопи настоящий муж это Кришна. Но так называемые мужья у них есть, о которых они тоже заботятся дома. So in this day, they left the loka dharma. Они оставили лока дхарму свою. That means normally wives serve their husband, but they have left even this. То есть то, что должна женщина естественным образом делать, ухаживать за мужем, и гопи бросили эти дела и убежали. They are uha. That means they got married. There are two types of gopis. One is uha and other is anuha. Those are virgin. Those are not married. They are called anuha. And who got married, they are called uha. So uha gopikagan was serving their husbands. General service they are doing, but they left it. То есть есть две категории гопи, которые не замужем, они девственницы, а есть категория гопи, которые замужем за так называемыми мужьями, и вот они оставили уход за мужьями и убежали. And those gopi who was feeding the milk to the children, those was anuha, those was not married. А вот те девушки, которые как раз кормили чьих-то детей, они были незамужние девушки. The seventh work they left, that is Ashnantyopasibhojana. Some of Gopi was taking meal, but they left it. Седьмой вид дел, которые оставили Гопи, то, что кто-то пил молоко, но они оставили его недопитым. These are Nitya Siddha Gopi. Это Нитья Сиддха Гопи. And they left their food, so it shows that they are not caring even their lives. То, что они оставили еду, то есть свое питание, то есть указывает на то, что им безразлично их собственное тело, их жизнь. So in frame of Shri Krishna, they left the Deha Raksha Dharma. That means they are not protecting their own lives even. То есть они забросили заботу о собственном теле, о собственном здоровье, о собственной жизни ради Кришны. Normal person does not leave his milk, but they left it. То есть обычный человек свое молоко недопитым не будет оставлять, а гопи оставили. The eighth activity they left, that is limpantyaha pramijantyunya. Limpantya. Some of Gopi was taking bath, but they left it. Некоторые гопи, то есть это уже восьмая деятельность у нас, они были в душе в это время, принимали омовение, но они выбежали оттуда. That means they are not caring their body even. То есть они уже забыли о требованиях собственного тела. So they left their deha apeksha. That means they are not caring their body even. Пренебрегли своим телом. So these are sakhi. Limpantyaha pramijantyunya. Это сакхи. So these are sakhi. So some left their food. Some of them left their bathing.
То есть некоторые вот нити ситха-гопи, они оставили еду, и не доедая, некоторые выбежали из душа, из омовения, из ванной. So, limpantya and permitantya, anyantya. Anantya. Permitantya. That means somebody's cleaning the house and the other things, but she left it. Кто-то занимался уборкой в этот момент, и тоже забросили уборку. So that means dharma shastra, according to the shastra, the cleaning, the pavitrata, shuchi, they also left the shaucha, ashaucha, the cleaning and pure and impure, cleaning and unclean. This consideration was also left in the love of Shri Krishna. То есть они пренебрегли предписаниями шастры по поводу чистоплотности, то есть что все должно быть чистым, и они пренебрегли и этим ради Кришны. So they are leaving the dharma shastra even. Даже love of Shri Krishna. Ради Кришны они пренебрегли дхарма шастрой, предписаниями шастры. So limpantya pramijantonya. Pramijantanya, that means they are leaving the shauch, ashauch, shuddhi, ashuddhi. This consideration, they are also giving it. То есть уже чистое, грязное уже не фигурировало в их уме. Они пренебрегли этим. These gopis are kumarika. Это кумарики. Gopi. That means they are the kumar. They are not married even. А это вот это незамужние девушки. And the tenth work they left, that is anyanta kashta lochane. These are the main premika of Shri Krishna, Shri Radharani, Lalitaji, Vishakhaji. These are the main gopi, main Yudheshwari, who was anyanta kashta lochane, who was drying their eyes with kajal. И вот это десятый вид дела, который забросили гопи, это то, что они наносили косметику, подводили глаза, и тут речь идет уже о Ютешваре, о Радике, о Лалите, о Вишайке, о ближайшем круге окружения Кришны. So, normally this is the natural attitude of the ladies, that they want to have the ornaments, and they want to show themselves very much beautiful. And having the ornaments and good costumes, but they left it. So normally the ornamentation is the attitude, but they left it in the love of Shri Krishna. То есть девушки обычно по природе склонны всегда хотят выглядеть красивыми, ухоженными. Они наносят косметику, наряжаются. Но вот эти гопи, самое главное, они забросили и уход. То есть свою косметику, свой процесс одевания украшений, нарядов и так далее. So in this way, the female nature was also left by them. То есть они пренебрегли женской природой своей вообще. So in this way, Gopikagana has left all types of attitudes. Those were very much natural and very accepted by the social. So they have left all type of births. То есть вот таким образом мы перечислили 10 разновидностей деятельности, которые пренебрегли праджа-гопи, чтобы побежать к Кришне. Это включает в себя социальные устои, предписания шастры и вообще саму по себе женскую природу. So again we can recollect it that dvantavyo kashchit, that means they left the jati karma, the birth of their каст. То есть предписание касты, доить коров, они оставили это. Then doham, that means they left the wealth for Shri Krishna. Оставили молоко без присмотра, то есть оставили присмотр своего богатства ради Кришны, свое состояние. Because milk is the main wealth of a gopjan. Молоко это главное богатство пастухов. They left the cooking, that means they have left the lokdharma, the fourth attitude. Лока-дарму оставили приготовление пищи, то есть предписанные свои обязанности. They left the offering food to other persons. That means they left the bandhu prem, the prem
for their relatives. Пренебрегли банду премой, любовью, заботой к друзьям и родственникам, то, что они перестали кормить других. They left the feeding of milk to children. То, что они кормили. They are living their natural psychological attitude, the love for children. То, что они оставили без присмотра то тех детей, которых они кормили молоком, они просто забросили. То есть, опять-таки, нарушение женской природы, встроенной функции психологии, женской эмоции и так далее. They left the services of their husbands. Оставили. Low families also, the Shastra families also left by them. Shastra always orders that the wife should serve his husband, and his husband should be considered as a Ishwar, as a form of Ishwar, Pati Dev. But they left their husbands even. Они пренебрегли уходом и заботой о мужьях, потому что это тоже нарушение предписаний священных писаний, потому что шастра диктует, что женщина должна служить мужу, относиться к нему как к Господу и всячески ухаживать за ним. They left taking of food. That means they are not caring their body. So they have left the deha rakshay. Они не стали доедать еду и допивать молоко, то есть они пренебрегли требованиями тела, заботой о здоровье и жизни своей. They left their bedding. That means they left the hygiene even, and they are not caring of their health. Забыли о гигиене, выбежав из ванной, не домывшись, то есть они пренебрегли правилами гигиены и санитарности и здоровья. They left the cleaning of house and the vessels and clothes. That means they have left the dharma shastra even. Shuddhi ashuddhi, they have also left it. То есть бросили уборку, там стирку вещей, уборку дома, это тоже опять нарушение предписаний для женщины в шастре. And they was preparing, they was taking ornamenting themselves, but they left it. That means they have left even their natural psychological attitude of being of showing and themselves as a beautiful lady. So they are not having the ornaments even. И также и десятый вид деятельности, они пренебрегли уходом за собой, то есть те, кто наносили косметику, наряжались в этот момент, одевали свои ювелирные изделия, они все бросили. Опять-таки, этим проявляется нарушение вообще женской природы, потому что женщины всегда хотят выглядеть очень красиво, нарядно и впечатлять всех своей красотой. The making of themselves is a natural attitude of ladies. Even then they are reacting Ведь женщинам свойственно всегда хотеть выглядеть великолепно, и вот они даже забросили это. So in this day, they left 10 types of works. 10 видов дел они оставили ради Кришны. So, vyastasya bharna varna kashchit krishnantakam yayuhu limbantya parmijin turnya anyatta kashchiloshne That means they became very much keen to see Shri Krishna. So they rushed to Shri Krishna and they was not caring that which ornament, which dress should be wear on which place. They have even forget the places of the ornaments and dresses. В спешке девушки даже перепутали, какую одежду, какие вещи они одели, на какие части тела, какие украшения. Они перепутали местами все и побежали. It shows that in Brijgopikaga, at that time, the Anubhav that is called Vibhram, that was seen in their body. То есть вот это Вибрам, вот это вот эта Бава Аланкара была проявлена в их
телах в этот момент. Аджашри. Помешательство полное. Аджашри Прампрожит Прабху decided that they became, the gopis became so much eager to seek Shri Krishna that they rushed to Shri Krishna and the anubhava, vibhrama anubhava was seen in their body. То есть им так не терпелось поскорее увидеть Кришну, что они вот как помешанные побежали туда, и вот эта вибрама анубхава проявилась в них. Вот потеря рассудка, затмение сознания. The definition of vibhrama is given by Shri Rupa Goswami in this way. Rupa Goswami следующим образом дает определение вибраме. Ballava prapti vedayam madanavesh sambhrama vibhramo har malyadi bhushasthan viparyaya. That means ballava prapti vedayam at the time of meeting to his pri, his velvet. Момент встречи с возлюбленным. Madanavesh sambhrama. They are so much enthusiastic. That being so much enthusiastic, they madanavesh sambhrama. They forget that which ornament should be wear on which limb. Они в таком состоянии энтузиазма по поводу встречи, что они одевают украшения не туда, куда положено. So, without caring that which ornament is appropriate to which limb, they are wearing any ornament to any limb. Они в таком замешательстве настолько сбиты с толку, что они одевают ожерелье не туда или серьги, то есть они все путают. So, the bearing vastra, they were just covering their head. То есть то, что одежда, которая должна быть внизу, они накинули себе на голову. So in this way, Gopi was very much bewildered by seeing, by praying. In the same way, the Sakhi was also very much bewildered, and Sakhi was also became bewildered and became stable at any place. То есть все были настолько в таком состоянии затмения сознания, что рассудок уже не работал. Исаки тоже были в таком состоянии, стояли в разных местах. Normally it is seen that the friends, while they have the intimacy, they say, oh, you are wearing this, let me wear this. You are wearing so beautiful earring, let me experience it. So you exchange my earring to you and let me wear your earrings to me. Обычно девушки координируют свои наряды. Одна говорит, ой, ты одела эти сережки под это платье, давай я тебе дам свои сережки, а ты дай мне свои, потому что те подходят по цвету к моим аксессуарам. И они, то есть, скоординированно выглядят все подружки. So as friends, продумано все у них. As friends exchange their ornaments. Oh, you are wearing so beautiful necklace. Please give it to me. Так, у тебя такой let красивый. Me see how it appears in my neck. And then he takes the necklace to him and changes to his necklace to his friend. То есть девушки всегда там все продумывают. Она говорит, так, у тебя новое ожерелье очень красивое, дай-ка я примерю. По-моему, мне оно пойдет больше. А я тебе дам в обмен вот эти свои брякушки. И все, они так вот это скоординировали, обменялись там, нарядились. So in the same way, in the limb of Sri Radharani, in the body of Sri Radharani, every limb is a sakhi. It is an angra sakhi. То есть все конечности Радики это ее это саки. So the saki. Что подружка у нее? Whose name is neck? То есть подружка neck, шея. Kanti saki says to the waist, kati saki. The waist, waist is also a saki, and neck is also a saki. They both friends became together
And they are saying, oh, you are wearing so good necklace. Let me exchange it with my necklace. So the Vaishta belt was beard, both in the neck and the necklace was beard in the Vaishta. Вот так и случилось с частями тела Радики, потому что они тоже шея, это саки талии, и вот они тоже посмотрели друг на друга, сказали, давай я одену. Шея сказала талии, вот на тебе такой пояс, дай-ка я его померяю. А талия сказала шее, а у тебя такое ожерелье, давай поменяемся. И вот они обменялись тоже своими бирюльками всякими. In the same way, the ear Sakhi, Sakhi named ear, told to the hand, the rich Sakhi, let us exchange our ornaments. And the earring is just bare. In their wrist, and the wrist was just buried, born in their ear. И подружки ухо и запястье, то есть ухо Саки сказала Саки запястье, дай мне свой браслетик, а я тебе дам свою сережку. И они тоже обменялись. Да, arm, husband. То есть браслеты, которые носят на предплечьях. Born in the feet, and the anklet was born in the arm. Предплечья попросили у лодыжек нупуры и надели на себя эти нупуры и отдали браслеты лодыжкам. So as all limbs are very much anxious to meet Sri Krishna. So in that day, in that time, the Sakhis, the friends, has exchanged their ornaments to each other. Это как части, ну то есть конечности Радики, они все саки, и так как они все готовились к этой усердно к этой встрече с Кришной, они обменялись своими украшениями. In the same way, while Sri Krishna was meeting, at that time, sometimes the Sakhi is very much anxious, and she was very enthusiastic, and she is seeing that Sri Radharani is meeting with Sri Krishna. Then sometimes the Sakhi is also following him. And at that time, the alakta, the color of his feet is reached on the head of Sri Krishna. And the Sakhi, alaktak Sakhi, is being bewildered and it is fainted at the same place. То есть так получается, что конечности Радики и ее саки, они тоже сопровождают ее во время встречи с Кришной, во время союза с Кришной, и в таком тоже, в такой растерянности находится, что иногда, то есть лакированные стопы Радики оказываются на голове Кришны, и там же и падают в обморок, и замирают, остаются там. То есть из-за такого помешательства. In the same way, the color of their lips are just reached. The color is a sakhi. Помада это тоже сакхи. That is also sakhi. And that sakhi also reached at the place of eyes of Sri Krishna. And then it is fainted there. And it is seen, the adhar peak is seen. The color of lips are seen on the eyebrow of Sri Krishna. И саки помада, она тоже тянется за Радикой к глазам Кришны и там же и остается у него прямо на веках, потеряя сознание. So this is the nature of Sakhi, that wherever she reaches, sometimes she becomes so bewildered and there she becomes so senseless that she lies there and she remains there. То есть такое вот бывает с саки, куда они добрались, там они могут упасть без сознания и остаться там, лежать. Вот так и получается с саки, тело Радики. So in Nikunj Vilas, в Никунджа Лилах, the birth of Sakhi, the exchange of Sakhi, the illusion of Sakhi are also seen. То есть вот так и проявляются вот эти чувства помешательства этих саки. Тоже они очевидны в Никунджа Лилах Радхи и Кришны. So in this day, here the Bibhrama's Dasha, Bibhrama Anubhav was seen, and that Bibhrama's Dasha is mainly found in Yudhishthira. И вот это
Вибрам Даша главным образом, вот это состояние помешательства, главным образом проявляется в Ютешваре. Вот как сейчас было проиллюстрировано, вот это симптоматика обычно Ютешваре. Героинь, которая встречается с Кришной. Шри Рупа Госвами is describing it. Харам Шроли Тате Бариндра Расна Вакшоджио Нупуре Дошно Ангад Мангри Падма Югале Кешеш Ниви Мани Нива Кешмали Дадхав Мривадеше Манне Прамодо Дея Ангаме Параспарам Бетадхаре Харшак Прамодо Сабам. That means the Харам Шроли Тате Аннан нейру параспарам бидудзире харшак прамодо савам. As two friends exchanges their ornaments in the same way, the limbs of Sri Radharani has exchanged their ornaments to other limbs. Подобно тому, как подружки обмениваются своими украшениями, одалживают друг другу, таким же образом конечности тела Радхики обменялись своими украшениями. Харам Шрона Тате, that means the necklace reached in the waist. Ожерелье. And the belt reached in the neck. То есть ожерелье оказалось на бедрах, а набедренный поясок, цепочка оказался на шее. So Маринда Расна Бакшоджо, the waist belt, that was reached on the heart breast. То есть набедренная цепочка оказалась на шее Радхики. Нупуре дошно. The anklet reached in the arms. Нупуры, колокольчики с лодыжек забрались на предплечье. An armband reached in the necklet. А браслеты с предплечья in the anklet. Оказались на лодыжках. So Angad Marim, Angad Padma Yugne, Keshesh Nivi Mani, the brooch of his belt, best belt, reached on his mouth, on his forehead. И брошь, застежка с пояса оказалась на темени головы. So Кешеш Ниви Мани, the Ниви Мани, that means the brooch of his belt, reaches on the forehead of Шри Радхарани. То есть брошь, застежка пояса Радхики оказалась у нее на лбу. And Нива Кеш Мани, the ornament that was bought on the forehead that reached in his belt. А вот это чандрика, украшения, которые Радхика носит обычно на голове, они перебрались на талию, а пояс. So in this way, everywhere, in every ornament, these ornaments are not jala, they are chetan. И то есть это вот все украшения, они живые, надо понимать, что они все обладают сознанием, они не джат, они чей-то. These ornaments is living man. Это живые, они осознанные все, they are сакхи. Объекты, это подружки Радхики, сакхи. These ornaments are сакхи. And as сакхи exchange, сакхи reaches on the other place. And the first сакхи reaches on the other place. In the same way, these ornaments сакхи, this Abhushan сакхи exchanges their places and exchanges their services. И будучи сакхи, они ведут себя как сакхи, то есть они обмениваются украшениями, делятся. It shows that gopis are not kamini, they are premika. Это доказывает, что гопи, они не камини, они премика. Here, the Krishna seva and the sambhav, that means meaning, both are not separate. То есть их встреча с Кришной не отлична от их премы, севы Кришны. Это есть служение Кришне. It should be understood in this way that Krishna prema is of three types. Есть три проявления премы, Кришна премы, три разновидности. Садхарани рати, самандеса рати and самартха рати. Садхарани, самандеса и самартха рати. Три вида любви к Кришне. Садханарати is Nata Sandra Hare Praha Sakshat Darshan Sambhava Sambhogecha Nidanayam Rati Sadharani Mata. That is not very much concentrate. Nata Sandra. Sadharani Rati – это слабая любовь.
не очень сильная. Харе прая сакшат самбхав, даршан самбхава. And that is normally emits by seeing Shri Krishna directly. И обычно такая садхарани ради, любовь влечения к Кришне проявляется при виде Кришны. And whose basic factor is sambhogiccha, that means the meeting with Shri Krishna. И главный двигатель такой любви это желание физической встречи с Кришной, союза с Ним. That is called sadhanirati. Sambhogiccha. То есть движет желание именно союза с Кришной. И вот эта разновидность любви называется садхарани рати, обычно возникает при виде Кришны. And that sadhanirati is found in Shri Kubjaji. И Кубджа является вот идеальным примером садхарани рати. Kubja is seeing Shri Krishna. Она встретила его, увидела. And getting very much happiness, very much relish, seeing the beauty of Shri Krishna. Воспылала страстью при виде красоты Кришны. So she became very much happy by seeing the beauty, seeing the personality of Shri Krishna. То есть по достоинству оценила красоту Кришны. And she thought that this man, this young man, is giving me so pleasure. И она подумала, этот юноша доставляет, и вид этого юноши доставляет мне огромное удовольствие. Now it is my duty that I should also give pleasure to him. И так как он мне сильно нравится, я считаю своим долгом и доставить удовольствие ему. In this way, Kubja has previously adopted the joy for herself and kept it in her heart pocket. То есть вот главное в Кубже это было ее личное собственное удовольствие. То есть она не хотела расставаться с возможностью собственного удовольствия. Она его держала в кармане в своем. Then she was thinking that as he has given me so much wealthy thing, so I should also give some return to him. Then she is trying to serve Shri Krishna. То есть она была движима собственным удовольствием и, испытав удовольствие, после этого решила, ну, он такой приятный, мне так нравится, хочется ему доставить удовольствие. So in this way, sambhogiccha is quite different. And the willing of serving Shri Krishna is quite different. То есть тут большое, вот это sambhogiccha, желание союза с Кришной, это одно, а сева Кришне это другое. So both two things are quite separate. Sambhogiccha is another one thing, and the service of Shri Krishna, serving of Shri Krishna, is another thing. То есть совершенно тут иные категории: истинное служение Кришне и желание насладиться союзом с ним. Sambhogiccha. So where the sambhogiccha, that means the desire of meeting Shri Krishna, as well as serving, service of Shri Krishna, desire of meeting and service of Shri Krishna, both things are quite different. То есть вот нужно понимать, это разные концы спектра, то есть вот это sambhogiccha, желание союза с Кришной и служение Кришне. So that is called sadharani rati. И вот эта разновидность према называется sadharani rati. The second rati is samanjasa. Второе проявление любви это саманджаса рати. The definition of samanjasa rati is given ki patni manabhimana, patni bhavabhimanaya. That means it has the attitude that I am wife of Shri Krishna. И вот это абиман того, что проявляется в абимане, это отождествление себя, я жена Кришны. It emits by hearing the qualities of Shri Krishna. Такая саманджаса рати, любовь проявляется обычно при слушании о качествах Кришны. That means it is not directly, so it is not there, it is not essential that Shri Krishna will be seen by the person. Тут
нет необходимости визуального восприятия Кришны, тут идет речь о любви, которая проявляется в момент слушания о гунах Кришны, качествах. Шри Рукмани has only listened the glories and qualities of Shri Krishna. Рукмини никогда не видела Кришну, она только слышала его, о нем, о его качествах. And even then, Shri Rukmani became very much attracted to Shri Dwarkadhish. Но этого было достаточно для Рукмини, чтобы влюбиться в Кришну. And Dwarkadhisha Krishna. Kachit bhedita sambhoga ichha. Sometimes the sambhoga ichha, that means the relishing of meeting with Shri Krishna, is merged in the service of Shri Krishna. And sometimes the relishment of having the meeting or meeting that is different from the service of Shri Krishna. So Krishna's service and relishment of Shri Krishna, both are sometimes mixed and sometimes also separated. И вот в этой разновидности любви Саманджу Сарати, такой законной супружеской любви по отношению к Кришне, тут самбог ича, желание физической встречи с ним, может фигурировать, одновременно присутствовать желанием севы Кришне, а иногда они могут не присутствовать одновременно, может только проявляться желание севы Кришны без самбога ича, а иногда самбог ича может фигурировать тоже ярко в этом состоянии желания севы Кришны. So it should be understood that sambhogicha means it always have that the selfishness. That means by seeing this young person, I should take happiness. I should enjoy this man. That is sambhogicha, and it contains the selfishness. But in service, there is no selfishness. In service, let me serve him. He should get happiness, not me. That is rati. So in rati and sambhogicha, both are different. Rati always have the feeling to serve, and sambhogicha always having the feeling of selfishness. That let me use this person. So these are the, this is the difference between Rati and Sambhogicha. Krishna Rati and Sambhogicha. То есть нужно понимать различие между самбог ичей, то есть желанием союза, и рати, истинной любви Кришны, потому что в самбог ичи всегда фигурирует эгоизм, желание усладить себя этим союзом с Кришной. А в севе, в проявлении рати, в любви, отсутствует эгоизм. Там есть лишь желание усладить Кришну, удовлетворить Кришну, услужить Кришне. Там нет эгоизма. So this is samanjasa rati. Sometimes mixed and sometimes separate. А вот мы обсуждаем любовь цариц Кришны в Двараке. Вот это самманджаса рати. То есть сам Бог Ича может присутствовать иногда в их любви к Кришне, иногда она может отсутствовать. Это варьируется. And you should consider that while the rati and sambhogicha both are merged, only then Shri Krishna is attracted to Shri Rukmani. If there is any such a position that sambhogicha is separate and Krishna seva, that feeling, the desire of Krishna seva, that means Krishna rati is separate, then Shri Krishna will never be attracted to Shri Rukmani. Radhaji Maharaj, sure, when Sambhog Icha is present together with Rati, Krishna is attracted? Merge then, only then. When Sambhog Rati and only then Krishna is attracted? Merged, then Shri Krishna will be attracted. То есть только когда Sambhog Icha тесно присутствует рядом с Рати, только тогда Кришна испытает влечение к Рукмини. Но если они присутствуют раздельно, он не будет испытывать влечение к Рукмини. The desire to serve Shri Krishna is separate, and let me enjoy Shri Krishna. This feeling is separate. Then Shri Krishna will not be attracted to Rukmini. То есть если эти две составляющих
одновременно не присутствует, Кришна не испытает влечения даже к Рукмини. Удама бхава кришна балбал вахасо бидаблот нито магно вьясам самуйе чап мажаха турмудо тамаста ясендриям виматтум кухукай нашвету. If the both things are separate and Shri Rukmini is just imitating of a lover, then Shri Krishna will not be affected. Shri Krishna will be attracted to Shri Rukmini. То есть, если Рукмини притворяется, что в ней присутствует сам Бог Ича, то Кришна это улавливает и не привлечется Рукмини. То есть, говорит, сам Бог Ича должна присутствовать одновременно с Радхи, чтобы Кришна испытал влечение. But in Bridge, the third type of prayer, that is the supreme, that is the Samartharati. Но любовь, присутствующая в сердцах Враджа-гопи, это непревзойденная любовь, Самартарати. In Samartharati, always the service of Shri Krishna is made and the relishing Krishna, relishing the sweetness of Shri Krishna is always merged, fully merged in serving Shri Krishna. Но в Самартарате, в любви в Раджа Гопи, их всегда главное, что движет Гопи, это сева Кришни. Сам Бог Ича просто присутствует автоматически там. So here, подчиняется севе. That means the feeling of serving Shri Krishna is so great, so powerful that it absorbs the all desires within it. То есть главное, что движет Гопи, это желание севы Кришне, удовлетворить его любым способом. А уже вот эта самбхогича, это подчиняет, она автоматически там присутствует, потому что это один из способов, которым они могут полностью услужить Кришне. Но это второстепенно это. А главное для них это сева Кришне. That means Shri Radharani is meeting with Shri, having meeting with Shri Krishna, but she never had this desire that let me enjoy Shri Krishna. She always had the main desire that let me serve Shri Krishna, not enjoy being happy by Krishna, but she always want to serve Shri Krishna. Ради каждой встречи с Кришной, не ради того, чтобы удовлетворить свои чувства или испытать удовольствие от встречи, а ради того, чтобы исключительно служить Кришне, удовлетворить Его. But she naturally get the joy in serving Shri Krishna. Но автоматически, как побочное действие и влияние их встреч, то она испытывает от этого неописуемую радость и удовольствие. As a person is serving butter to other persons. Подобно тому, как человек, который кормит маслом других. So he need not to grease his hand. His hand will be automatically greased. Если раздаешь масло рукой другим, то автоматически руки будут в масле. Их не надо отдельно мазать маслом. In the same way, in serving Shri Krishna, the happiness will come automatically to Shri Radharani. She has not to run for that. Удовольствие и радость это автоматически присутствует в служении в севе Кришне, поэтому ради не надо отдельно это выискивать, оно все присутствует в самом процессе севы. So this should not be understood that Shri Radharani is always serving Shri Krishna. She does not have any selfishness. That means she is not getting joy. This cannot be understood. Поэтому понимаете, что Радика не выискивает собственного удовольствия, но при этом она, конечно же, испытывает. Не думайте, что она сидит несчастная, там, не получая никакого удовольствия от общения, встреч с Кришной. Нет, она преисполнена блаженством, но это не то, что движет ей в желании встречи с Кришной. Ги поросне вале ко апна хат чикна не карна падта хай, апне ап хо жаега. In the same way, he did not want to grease his hand. His hand will be automatically slippery. In the same way, if Shri Radharani is serving Shri Krishna, then automatically she will get joy to herself. Опять-таки вот это сравнение с человеком, который раздает масло другим рукой, ему нет необходимости промасливать свои руки. Масло останется на руках автоматически. Таким же образом удовольствие, радость, ананда
всегда с Радикой в момент встречи с Кришной. But her activities are not to get joy for her. Her activities are to serve Shri Krishna and to give joy to Shri Krishna. Но радость и наслаждение, удовольствие — это не то, что мотивирует Радику. Ее главное, то, что мотивирует Радику, это доставить удовольствие Кришне, порадовать его. So it is called Samartharati. И эта любовь называется Самартарати. Because it conquers the feeling of selfishness. Потому что такое рати покоряет, полностью побеждает эгоизм. And here also, while Brija Gopikakaran has been having the Bibhrama Bhavadasha, then prem is so great that they are not noticing, they are not caring of their own beauty, but they are rushing to Shri Krishna. И когда гопи находится в состоянии такого помешательства сознания, когда наступает вибрам от интенсивности любви, они не думают о том, о собственном внешнем виде, о собственном состоянии, они бегут к Кришне. If the gopis were a kamini or a passionate person, then they should go to Shri Krishna preparing themselves fully. And being ornamented fully, but they rushed to Shri Krishna without any ornaments and without caring that which ornament is appropriate to which limb. То есть гопи, они преисполнены любви, поэтому они бросились к Кришне, не задумываясь о собственном виде, ничего не продумывая. А если бы они были обычные девушки, преисполненные страсти, как хищницы, которые идут на охоту, то они бы продумали очень все тонко, как они выглядят, как они одеты и так далее. And as soon as Shri Krishna saw such a gravity of love, such a greatness of love, Shri Krishna became very much attracted to Brija Gopikakaran, and Shri Krishna want to surrender himself to Brija Gopikakaran. И Расик Шарамани Кришна, увидев вот эту анубаву в гопи, он понял, насколько глубока их любовь к нему, и они полностью покорили его сердце этой любовью. Было раз Бихари Лали Ки, Говинда Джай Джай Гопал. Any questions?